Для того, чтобы сделать LED-плафон вместо ламп дневного освещения, мы удаляем с плафона все ненужное, клеим сюда китайские ленты, ставим блок питания с радиорынка, и вуаля, у нас лампа дневного света. В нашем случае 8 лент с одной партией. С разной партией светодиоды могут отличаться по цвету. То есть этот будет белее, этот будет, например, желтее. Поэтому светодиодная лента должна быть с одной партией. Еще мы взяли вот такой рассеиватель. Он продается во всех строительных магазинах. С одной стороны он гладкий, с другой стороны он как у катафота, если кто знает. Потому что светодиодные ленты имеют, светодиод имеет свойство, у него прямой луч, он не сильно рассеивает, и дабы свет лучше рассеивался по комнате, мы установили рассеиватель. Оп, вуаля, лампа, дешево и сердито.